Зучик должен быть на этом холме. Здесь пахнет кровью. Смерть рядом. Кто-то нашел лазутчика первым? Растерзали. Волки все сделали за меня. Странно. Сегодня лазутчик у реки к северу от кроли. Здесь мне точно не рады. Прими свои!
Будь начеку. Смотри, Сюнин. Ничего, кроме птиц и лисьего... Там, где говорил Басим. Приказы Фулки. Покажу и Басиму, как только расправлюсь с лазутчиками. Thank you.
нужно накинуть капюшон. Покажи, что там впереди. Там лазутчик. Лазутчики мертвы. Басим и Гутрум ждут в лесах к востоку от Порчестера. Нападут, как только увидят. Обходим раз!
Нужна твоя помощь, Сюнин. Это Вальгалли, но ты нет. Я столько раз заглядывал. Лазутчики мертвы, вы разбили лагерь. Видите, у нас все получилось. Посмотрим. Каждый, кто вас видел, теперь умолк навеки. Уверенности тебе хватает. Уж это точно. У одного из лазутчиков было вот это. Фулке знает, что Кройнден пал. Собирает людей и припасы. Готовится к осаде? Если она укрепится в Порчестере, на спасение Сигурда уйдут месяцы. Все еще считаешь, что я слишком тороплюсь, Гутрум? Саксы! Идут с запада! Да, из-за твоей опрометчивости мы в дерьме. Фулки предупредили. Лазутчиков все-таки было больше. Что сделано, то сделано. Прибереги силы. С нами. Грешники будут в аду. Отступаем! Назад в Порчестер!
бегут как зайцы! Догоним их, как псы! Голова уродца моя! Нет, я прорвусь к нему первым! Не надо! Мы уже победили! Нет! Вы принесли сюда своих ложных богов, как чуму. Но даже не знаете, кто вершит наши судьбы. Сегодня твою судьбу вершу я, Сакс. Я готов отправиться в последний путь. Узнать, что там впереди. Передай своему богу, что ты от меня. Он мертв, Эйвор. Не дышит. Боги, я никогда не видел его таким тихим. Ты ранен, Бродер? Я отнесу твоего брата в лагерь. Он всегда был быстрее меня. Ты безрассуден. Говорил же, риск слишком велик. Тише, Гутрум. Обрушь свой гнев на Фулки, не на Эйвора. Это еще даже не тень гнева. Сколько моих людей уже полегло из-за его жажды славы. Как и я, ты знал об опасности, но не захотел упускать такую возможность. Верно. Моя вина в том, что я доверился тебе. Что случилось? Уба, Сума, вы пришли в тяжелый час. И к битве тоже не успели. Тем досаднее. Я хотел вместе с ним взять Порчестер, но Фулки прознала об этом. Больше желания нет. Пойду на запад. Иди, но знай, что оставил меня в час нужды. Умерь свою гордость, годи вороньих жертв. И слушай тех, кто мудрее тебя. Эйвор? Не говори со мной свысока, я не заблудшее дитя. Вот именно. Ты вроде как предводитель, так что слушай. Если хочешь вернуть своего ярла, будь хладнокровен. Зачастую храбрость твой враг, а не друг. Мы не бросаемся навстречу смерти. Мы застаем врага врасплох и бьем наверняка. Собери людей, выжди момент. Только тогда ты победишь. Не все потеряно. Да пребудет с тобой мудрость Одина, мощь Тора и ум Фрейи. Спаси своего брата. Гутрум говорил в гневе, но в его словах есть мудрость. Я внял ему. Гордость не мешает мне признавать ошибки. Значит, в тебе тоже есть мудрость. Мы не пойдем на приступ, пока не дождемся всех. А пока займемся делами.
Нам нужен новый лагерь. Саксы считают, что мы ушли. А мы подберемся поближе. Вот здесь. Застанем их врасплох. Эрке, Стоу, поезжайте вперед. Вместе мы сокрушим врага. Нерадостно идти против своего народа. Но долг есть долг. Мы отправимся немедля. Люди Уэссекса, люди Альфреда, не твой народ. Они нам чужие. Затем нужно уничтожить все припасы Фулки в Суссексе. Да. Если она закрепится в Порчестере, нам не удастся спасти Сигурда. По ее приказах упоминаются Пригворд, Гилдефорт и Кроли. В Кроли делают оружие, в Гилдефорте еду. Пригворд — крепость. Там много саксов-воинов. Оба. Твой топор мне пригодится в Гилдефорте. Сома, ты и твои люди нужны мне в Кроли. Хорошо. Я отправлюсь в Пригворд и оценю обстановку. Давай. Я приеду, когда захвачу лагерь саксов. Сердце льва и хитрость ворона. Гутрум был несправедлив к тебе. У нас полно забот. За дело. Сома и Уба, мне очень. Не вышло устроить вам прием получше после долгого пути. Меня печалит лишь то, что мы не пришли раньше. Нам нужно время, чтобы собрать людей. Но мы выступим сразу, как сможем. Уба Рагнарсон, с тобой тут мне сразу спокойнее. Здравствуй. Брат Волка посулил мне добычу в Эссексе. Как я мог устоять? Здесь мы можем завершить то, что начал 10 лет назад твой отец. Ты готов? Еще как! Я изголодался. Какая славная встреча. Сома, как дела в Грэнтабридже? Процветаем, как и в первый год. И все благодаря тебе. Я рисковал куда меньше, чем ты рискуешь сейчас. Спасибо, что пришла на зов. Клятва есть клятва, Эйвор. Мое слово крепче железа. Нужно быть осторожнее.
Нет, нет, вон тот камень, Эйвор. Большой, вот так. Сигурд, тебе нравится снег? Пожалуй. Я мирюсь с ним. Мне нравится. Жаль, что нельзя набрать его под кожу, обложить им кости, чтобы он окутал меня тишиной, как землю. Окутал тишиной? Ты прямо скальд. Да, снег успокаивает. Если бы все просто смотрели, как падают хлопья мягкого снега, и молчали, было бы куда лучше. В снегу не посеять семян, это я знаю точно. Thank you.
не должны узнать. Накину капюшон. Эй, постой! Ты заплатишь! Покажешь, как ты играешь в Орла? Прошу, осмотрись. Кто знает, что может понадобиться в пути? Ждешь неприятностей? Уже выглядишь крепче.
может, в странстве. Надо помочь с запасами. Это все? Мне... Эй, что? Гори в аду! Thank you.
Тише. Что-то не так. Доносится из той пещеры. Эй, кто-нибудь! Ау! На... Подожди там, я тебе помогу. О, спасибо! Спасибо! Я думала, я там умру. Я даю себе полезные советы, но так редко им следую. Тебе больно? Держись, я понесу тебя. Охотилась на кролика? Охотилась? Нет! Он куда-то ужасно спешил, и я хотела узнать, куда. Осторожнее, девочка. Любопытство может завести куда угодно. Прощай.
Я тратил данное орденом серебро на услады, но и о нуждающихся не забыл. Не дай жажде крови ослепить себя. Серебро никогда не дается даром. И что с того? Я обратил в добро то, что ты считаешь злом, и помог многим, чьи жизни ценнее серебра. Я не жалею тех, кто погиб ради всего этого.
Не стоит привлекать внимание. Ты сдох!
Лагерь теперь наш! Не так уж и трудно, да, Стоу? Смерть — это много. Теперь нужно уничтожить припасы Фулке. Сколько мертвых? Как мы поступили? У нас дома повелевает закон. Все решают мечи.